меня все хорошо. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня 6 ноября, и это значит, что сегодня концерт студенческой осени факультета пищевых производств. А давайте же посмотрим, что они нам приготовили. Ну, вы поняли, да? Типа пищевики? Ну, погнали! Почему ты пришла в STEM? Потому что я очень люблю танцевать, творчество, и всегда хотела выступать на сцене. Скажи, нрава ваш концерт. Будут очень клевые номера, со смыслом, так и просто бесякие. Очень интересный сюжет, вообще такого не было. Ни на одной из тут осени. Нет, тема деревня. Какая у тебя роль? Макс плюс 100-500. Ковер? Да. Да нет, я играю бабу с ведром. Я Марина, первый курс. Что ты будешь делать сегодня на концерте? Здорово. Что будешь петь? Джаз. Что ты будешь сегодня делать в концерте? Просто пришла на дискотеку. На дискотеке и будет сегодня? Да. Это мне? Мне майонез еще никогда не дарили. Меня зовут Михаил, а я сегодня ставлю концерт по факультету пищевых производств. Как ты пришел вообще к этому, к режиссуре? У меня здесь девушка, я такой, я сначала ее приметил, потом, я на STEM ФПП ставить. Начал ей ставить, замутил. Сначала было очень плохо, точнее, не сначала, а раза три подряд было плохо, а вот сейчас четвертый, и четвертый у нас сейчас на генпрогоне был замечательный, а как уж будет на концерте, надеюсь, будет еще лучше. Ну, такое, что во рту у меня тоже нехорошее, но... Я хочу сегодня замуж выйти, у меня не получается, вот, думаю, получится. А вы знаете, что белое платье – это символ невинности? Да. Первокурсник? Нет. Тогда почему белое платье? Давайте так. Луи Виттон, последняя коллекция. Туфли – одна штука, вторая штука – две. Фата, не знаю, но нейм мне дали. Почему такой образ? Просто у меня было платье белое, и я подумала, что я буду невестой. Блин, а если бы у тебя галоши были? Ну, галоши была бы. Тупые мужики вообще не понимают. Вообще? Жена не стена, как говорится. А что это за парень? А это я, Илюха Прусикин. Мы так тебя долго ждали, где ж ты гулял? В Тольятти учился. Я агент, предатель, кстати. Почему ты моряк? Мне сказали, ты вот парень большой, будешь десантника отыгрывать. А десантник не простой, он с заковыркой, с американской. Что такое ГЗК? Лохи. Антре? Финалка. Это не ассоциация. Мухи достали. Пытался шутить, не получилось. Али, чей жених у нас сегодня? Пашка я. Что делаешь, Пашка? Да ничего, Пашка, в деревне живу, да, развлекаюсь там как могу, вот жену нашел. Да мой мужик вообще. Ну все, попал я. Скажи про своего персонажа. Деревенский дурачок, это все. Я пришел смотреть на ФПП. Как вы думаете, как будет концерт? Как всегда, хорошо. Вы таксист? Да, поехали, прокатимся. Кому пришли? Самому себе. Я декан факультет пищевых производств. Да ладно? Серьезно? Как вам так по-простому? Вы всегда приходите на концерты, родные? Да, обязательно. Что вам больше всего нравится? Ну как, мне надо посмотреть на своих студентов обязательно, а как же? Плохо ли влияет творчество студентов на учебу? Наоборот, все. Одно другому не только не мешает, а помогает. Талантливый человек, талантлив во всем. Вы стараетесь поддерживать таких студентов? Обязательно. Реквизитик, ничего реквизит не подумайте. Реквизит был, да. Пустой, что-то я помню. Он был наполовину полный. Ну что, куда дальше-то с реквизитом? С друзьями поделим все, да, отпразднуем. Посвящение, на да, лавочке, так сказать? Ну-ну-ну-ну, да, в путь дорожка вам, ну, путь спасибо. Дорожка. А самый лучший номер, я считаю, это где три девочки хорошие, три девочки плохие. С дьяволом, черти. Да, вообще, я смотрела, у меня мурашки так вот бегали. Три всего было девочки, где одна, где пара, где пара, где пара. Ой, я такая, что там год меня мурашка. Я хочу туда. И актер, и лицо, и тело. Что вы думаете? Отлично, вот, 5 баллов. А 10 максимум. Я Сережа, пел первый раз. Песня про любовь и про то, что любовь самая важная в жизни. И важно то, как ты любил, а не какие-то там деньги, слава и прочее. Ну что?
Концерт пищевиков прошел, а настроение до сих пор отличное. Вот они, ребятушки, вот они сидят на разборе, довольны, и все хлопают, радуются, потому что концерт-то пушка-бомба, нам понравилось, вам тоже, уверенно, понравилось. А если не пришли, то в следующий раз приходите обязательно. Ну что ж, увидимся на следующих концертах. Пока-пока.